Этот выпуск для вас проведем мы, Алиса Драков и Настя Зайчкова. Сегодня в программе. Важная встреча с обладателем золотой медали Европейской юниорской олимпиады по информатике Александром Лосевым. Участники республиканского слета юных спасателей пожарных расскажут о том, как им удалось занять второе место. Гомельская школьница Аглая Баталова расскажет о своих увлечениях. Писать рассказы, сказки и играть на скрипке. Будет очень интересно. Что собой представляет один день из жизни лицеистов МЧС? Об этом узнаем из рубрики «Безопасность превыше всего». Наш корреспондент Вячеслав Деркачев знает толк в спидкубинке. Об этом в нашей рубрике «Спорт Тайм».